Если нет гантелей, нет резины, но есть напарник, можем поработать в классическом варианте. Что нам необходимо? Руки убираем за спину. На первом этапе партнер ставит руку на плечо. Мы не отводим назад и потом пытаемся толкнуть. Нет. Пошло небольшое давление, и мы сразу же толкнули. Давление, толчок. Одной, другой. Давление, толчок. Еще раз. Никаких отводов. То есть наша задача научиться работать с места. Следующей ступенью то же самое, только теперь партнер, как бы, как и при работе на лапах, нам показывает цель недалеко от плеча. Соответственно, мы двигаемся, наносим удар плечом. Ну и следующим этапом может быть уже фактически близко к вольному раунду. Когда мы двигаемся, выполняем какие-то виды защиток, передвижений, и он выставляет партнера ладошку как лапу. Наша задача среагировать, опять же, ударить плечом. Пробуйте, ищите.